Итак, про томаты. Семена для прорастания были гидрогель положены. Тут у нас 5 сортов, все под номерами. И вот как бы видим, что все у нас буквально 100% семена, все у нас проклюнулись. И сейчас мы их будем сажать в грунт. Сегодня 17 у нас марта. Вот строчечки все по номерам. Раз, два, три, четыре, пять. Наполняем грунтом. Такие емкости у меня есть. Значит, они как бы у нас все подписаны. И дренажные дырочки есть. Значит, вот такое мое ноу-хау. Положены пробки. Здесь у нас дырок нету. И значит, вот это у нас будет погружаться вот сюда, чтобы все было у нас вентилировалось через дренажные дырочки и ничего не намокала наша доска. Значит, приступим. Берем аккуратненько, можно с гидрогелем, и переносим. Это значит, у нас первый сорт будет весь тут у нас он посажен. Гидрогель можно не жалеть. Значит, семена номер один мы погрузили. Напомню, семена у нас финские. Фирма Suvipiha. Номер один у нас Рома. По ссылке наверху в конце ролика можно будет посмотреть отдельное видео про финские семена. Я там снимал. Значит, сейчас мы слегка это присыпем. Чуть-чуть присыпем сверху грунтиком. Самую малость. Все аккуратно разровняем, комочки нахрен выкинем. Глубина не должна быть большая, чтобы все проклюнулось. Ну и сбрызнем все это сверху отстоявшейся водичкой из пульверизатора. Номер один посадили. Дальше повторяться не буду. Потом, значит, мы номер два сажаем Сен-Пьер, 3 Money Maker, Red 4-4 и Романде номер 3, да. Ну, все нормально. Ну и, соответственно, потом все мы упаковываем аккуратно полиэтилен в пакетике. Здесь у нас по два поместится. И будем ждать прорастания наших семян. Как прорастут, сделаю отдельное видео. И по ссылке наверху там будут интересные про почву, грунт и остальные ссылочки. Рекомендую посмотреть.